надо мне задавать этот вопрос. Ну, а скажите, пожалуйста, а вы когда выбирали краску, вы смотрели на банку, внутренняя работа или внешняя работа, или, ну как, вот мне просто важно... Я еще вам раз объясняю, позвоните моему директору, не кричите, придет директор, будете задавать вопросы перед моим здесь директором. Здесь просто помещение, все. Я даже сейчас нахожусь здесь, и вы ощущаю, что запах краски очень едкий, да, и здесь люди болеют. Потому мы и работаем в воскресенье, я знаю. Чтобы не мешать больным. Так она ж... Видно, что она, ну, не совсем подходит для внутренних работ. Надо глянуть на эту краску. Можете показать банку? Я вам не собираюсь ничего показывать. У меня есть директор. Хорошо. А вот, вот как вы думаете, вот эти пятна из-за того, что грунтовки нет, они будут видны, когда высохнет краска? Нет? Это ваше мнение как специалиста. Я с вами не собираюсь общаться. Понятно. Я с вами общалась, я вам отдавала... Скажите, пожалуйста, а какую грунтовку вы использовали, чтобы я знал? Я не собираюсь с вами разговаривать. То есть вы... вопросы к моему директору. Там будет директор мой. Перед моим директором будете задавать мне вопросы. Все, которые относятся к строительству. Понятно. Я вам на что ответить. Хорошо, спасибо. Технологию, практику, все. Фотографирует. Это просто женщине удобно красить, понимаете? Вопрос, который у меня женщине есть. Удобно красить. Я вот, хорошо, я понимаете? И выставили это тоже в Фейсбуке. Первое, что я вижу, что грунтовки нет. Второе, что у меня проблема, это вот запах, который вы сделали, пожалуйста. Мне подозрение, что она для внутренних работ. Покажите, пожалуйста, банку с краской. Фарма масляная. Давайте ее проверим. Потому что насколько она может здесь использоваться? Потому мы в воскресенье работаем. И именно поэтому я вас попросил, покажите фарбу. А того мы и в воскресенье работаем, чтобы здесь было меньше людей, попросил, но людей, понимаете? Тут написано, для зовнишних внутренних работ. А почему вы такую выбрали? Внутренних фарбу? Работ? Зовнишних. Внутренних зовнишних работ. Считайте. Растворитель, пигменты, масляное, наружных, внутренних. Потому что отделочных. Масляную краску, понимаете? Внутренние, наружные. Нет, просто она очень едкая. Я вот здесь нахожусь, ну, я с вами не спорю, но я просто здесь дышать невозможно. Вы спорите, вы открываете лекарство. Здесь просто больные, но понимаете? Где эмалька еще хуже было бы. Эмалька вообще глаза выедает. А вы с Копоровым работали когда? Нет. С Копоровым не работали, да? А у вас что в смете забито? Какая краска? Масляная краска. А потому, не указано экологически? Потому что на масляную краску только надо ставить масляную краску. Смотрите, а другую, хорошо, другую не вопрос. Не надо ставить. Вот я вам покажу, что меня не устраивает, как человека, который ремонтом занимался. Да. Видите, смотрите, что? Вы затираете и не выравниваете. Потом вы не кладете грунтовку. Это просто видно физически. Сверху красите масляной краской. Что у вас произойдет больше? Вот когда она высохнет, у вас будет вот это. Она, во-первых, вы знаете почему это? Это не потому, что она не закрашивает. Господин Гаврич, дайте это еще одно не закончено. Потом, нет, оно не, а вы не сможете закончить, потому что вам нужно снимать слой, потому что у вас разная плотность. Вот этот материал сделан еще, когда строился дом, а этот материал новый. Да. Поэтому я вас очень прошу, вы можете делать как хотите, мы все равно работу будем принимать отдельным способом и будем контролировать ваше качество. Главное, что конечно, я от вас хочу, чтобы вы соблюдали технологию. И все. Спасибо. Не надо так воспринимать это. Я вас ничем не обидел. Я вас про вас. Меня не обидел. Меня не обидел, а? Так ты обидел весь район, бля. И знаете, что я хочу сказать? Что. Нет. Не надо вас помоющий. Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, пожалуйста. Уберите руки. Я всего лишь контролирую качество и вашу работу. Ничего вы другого. Мешаете работе поэтому универсала. Больнице, вы всячески мешаете работе универсала. Я просто вы прошу, всячески мешаете созданию рабочих мест. Здесь просто дети. Понимаете? Здесь взрослые. Того мы в воскресенье и работаем, я потому понимаю, что здесь дети. Но вы делаете это таким образом, здесь дышать невозможно. Вы делаете рекламу. Дышать невозможно. На. Подожди. За скорую зайду. Успокойтесь. Я вас не трогаю. Нет, ты трогаешь. Не ты трогаешь. Я хотела ему что? Смотрел его грамотно. Грамотей, блядь. Давай посмотрим, что ли. Я пришел что не здесь проверять вашу работу. Проверять пришел. Гадить всему району пришел. Понимаешь? Гадить району пришел. Мы сейчас вызовем милицию. Да вызывайте, ну что? Я же не нарушаю. Пошли. Пошли посмотрим окна. Любые окна. Ваши окна. И пошли посмотрим ваши окна, блядь. Ваши окна. Ерунда, блядь. Ерунду. Отмыл деньги и все, блядь. Еще раз вас прошу. Нет. Я пройду. Никуда вы не пойдете. Подожди. Нет. Постоишь здесь. Постоишь здесь. Успокойтесь, молодой человек. Я, наверное, пройду. А подожди, что ты меня... Александр Юрьевич, подожди. Подожди, что ты меня трогаешь? Александр Юрьевич. Ты посмотри, как он себя ведет.
Александр Юрьевич. Александр Юрьевич. Можно я пройду? Подожди. Я тебя не трогаю. Я тоже я хочу тебя пройти. Не трогаю. Дайте сейчас, я пройду. Не, мне сейчас вызовем милицию здесь. Александр Юрьевич. Да-да. Можно я пройду? Подожди. Посмотрите. Можно я пройду? Я тебя не трогаю. Сейчас потому можете? Что он задолбал, понимаешь? Лезет везде. Я хочу все. Пройти. Сейчас вызовем милицию. Да вызывайте. Я хочу пройти. Всего хорошего. Я все записал, не волнуйтесь. Записал. Успокойтесь. Степан Иванович. Ну... Успокойтесь, Степан Иванович. Успокойтесь, мне кажется, вы не в своем уме. Да нет, это вы не в своем уме. Я вам ничего не говорю, я даже... уберите руки, пожалуйста. Что вы в детский сад? Ну вы же взрослый мужик. Что вы ведете как ребенок? Это вы себя ведете как ребенок. Вы, ты. Соблюдайте технологию и не воруйте деньги, вот и все.